Всем привет, с вами Кас. На этом видео у нас телефон Samsung Galaxy Ace, или как это, ACE, короче, так, если сказать по буквам, S5830i, то есть Lafleur. Вот, застывает на заставке Samsung, и все, не грузится дальше. Я не буду демонстрировать, так как мне жалко заряд аккумулятора, чтобы она сейчас не села. Вот. Будем прошиваться многофайловой прошивкой, скорее всего, потому что его уже пробовали прошить. Вот. Я не знаю, пробовали они вообще многофайловой. Если же и это не получится, то уже нужно применить программатор. Поэтому я введу телефон в download режим, зажимаю громкость вверх-вниз и питание. Все, вот download режим, нажимаю кнопку громкость вверх. Теперь я подключаю сейчас телефон, подключу к компьютеру. Итак, здесь я все приготовил. Сейчас будем, так как прошиваться многофайловой, придется все по отдельности выбрать. У меня есть прошивка многофайловая для 5830i. Вот, для бута выбираем бут. PDA. Фон у нас модем получается. CSC. Выбираем CSC. Так, где наш CSC? Вот он. Так, модем, да, CSC. Все, в общем, на... Сейчас я нажму на старт. И подключаем телефон. При этом, имейте в виду, у вас заранее должно все установлено быть. Имеется в виду драйвера. Вот, я подключаю сейчас телефон. Видите, да, у меня желтый значок появился. В общем, теперь нажимаем на старт. И ждем окончания. Идет полная прошивка телефона. А до этого я пытался прошить однофайловый. У меня что-то ничего не получилось. А файлет, короче, какая-то ошибка была. В общем, не буду этот, ждем до конца. Все, наш телефон прошился. Сейчас он пытается включиться. И посмотрим, включится ли он. Я сделаю запись, продолжу, как загрузится, потому что если загрузится, я продолжу, если нет, значит нет. В общем, первая загрузка у нас обычно долго идет, поэтому я не буду это снимать. Дождусь полной загрузки. Так, наш телефон, как видите, загрузился. Загрузился. Сейчас я переставлю камеру. В общем, вот наш телефон загрузился. Сейчас попробуем запустить. Вот, в общем, и все. Так, теперь посмотрим на сведения о телефоне. Android 2.3.6. В общем, телефон работает. Все, всем, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся. Всем пока.